За мир и дружбу. Я хотел бы, чтобы вы немножко представились и рассказали о себе. Как вы меня нашли? То, что вы мне говорили в самом начале, конечно. Сказать, да? Да? Это на Одессу или на всю Это на всю Украину? планету. Да. Нет, ну, все, можете в камеру не смотреть, спокойно можете просто рассказать. Вот, Ага. да, как вы наткнулись на меня в Ютубе, что вот, и все, с самого начала все. Как это сказать сейчас? Дорогие соотечественники. Нет. Там без разницы. Дорогие граждане, я одесситка. Мне 84 года. Зовут меня Диана. У меня где-то последних 3 года возникли проблемы с ногами. Особенно меня беспокоила правая нога. Я оббегала пол Одессы в надежде найти специалиста, чтобы он мне помог. Делала массажи, делала процедуры, делала все, что угодно, и ничего мне не помогало. В один прекрасный момент я открыла YouTube и увидела ролик, видеоролик, который, вот текст которого и картинка полностью соответствовала моей проблеме с моей ногой. Значит, на видео четко была обозначена фамилия доктора и его телефон, чем я сразу воспользовалась. Я услышала молодой, красивый, интересный голос, который сразу меня обнадежил, и я приехала к доктору на прием. Доктор меня поразил своей молодостью во внешности и своими суждениями. Вот как он рассуждает и понимает проблему. Значит, я в результате всех вот этих манипуляций, которые делал доктор, мне стало значительно легче. Я, значит, стала нормально ходить, не закидывать ногу ни вправо, ни влево, не натыкаться на людей, не сбивать мужиков В транспорте, да? с дороги. В Ой, общем, классно. короче, мне очень понравилось. И главное, что вот эти мои визиты к врачу дали результат где-то за 3-4 года, что я билась без толку. Я очень довольна. Врач мне очень понравился. Он знающий, работает над собой, вникает в проблему, учится каждый день. Я чувствую, что он читает материал и старается помочь и любит свою работу. Я вам всем желаю воспользоваться этим рекламным роликом и посетить этого доктора. Я чувствую, я уверена, что вы не пожалеете и будете ему благодарны все время. Отлично, вообще. Хватит. Очень хорошо. Что хорошо, все. Вы умничка, А прям что умничка? речь поставлена. Давайте. Андрей, ну я же все-таки юристом была. Прекрасно, Нет. прекрасно. Спасибо большое вам. Да нет, что, правда, ну там подработаете, да, Не, скажу. все четко. Вот, Четко, да? да, вот так. Главное вживую. Люди любят, когда общение живое. Просто. Не как-то там нашел причину, ты, вот это вот такое, да. Это, Да, вот никому это именно не надо. простое должно быть общение, простая подача информации. Да. И вот простота это основа всего. И в работе простота это основа Ну, всего. И в конечно. лечении, и в... Начнешь там забивать баки, конечно, кому это все надо. Конечно. У нас же тепло идет. В общем, короче, я чувствую себя, во-первых, я чувствую себя увереннее при ходьбе. Во-вторых, я могу больше пройти, чем надо. Вот мне кажется, что еще у меня сердце, конечно, там немножко подкачивает, но это уже совсем другой вопрос. Ноги у меня стали крепче, понимаете? Ну, что еще можно сказать? Нету болей. У меня вечно что-то тянуло, вот особенно в пояснице вечно. Вот у меня в ягодицах вечно у меня что-то Да, вот ну, тянуло, особенно да. справа. Вот. Сейчас как-то у меня прямо совсем другие ноги. Но есть еще, конечно, ну, какая-то слабость. Ну, я не знаю, Вот для какая. этого надо будет делать упражнения. Ну давайте начнем, да? Конечно.